Друзья, всем привет! Хорошо иметь пуловый аккаунт с башнями 13 уровня. Но еще лучше иметь пуловый аккаунт с башнями 14 уровня. И, друзья, это произошло действительно. Многие из вас, и я в том числе, угадали, что ждет нас изменение следующего содержания. Будут улучшены картишки, ну, со временем, естественно, до 14 уровня. То есть вводится в игру именно этот 14 левел карты теперь максимального уровня, которые у нас сейчас 13 уровня, уже не максимального уровня будут. Надо будет улучшаться до 14 уровня. И, конечно, это внесет свои коррективы в игру, это внесет свои коррективы в скорость прокачивания аккаунта. Ну и, наконец-то, хоть что-то для тех игроков, которые уже очень давно играют и имеют пуловые колоды, и которым уже немножко становится скучно играть. То есть вот такой дополнительный, не особо мощный, конечно, но импульс для того, чтобы улучшить свою колоду и продолжить играть с новым азартом, возможно. Ну, конечно же, лично я жду еще дополнительных изменений, потому что, ну, всего этого пока недостаточно. Вот это золото улучшение, вот этот 14 уровень. Напишите в комментариях, как вы считаете. Я жду новую карту, жду новую арену, жду, может быть, новую клановую войну какую-то, или хотя бы видоизменение этой клановой войны. В общем, хочется свежака, очень прям хочется. Ну а сейчас, друзья, давайте рассмотрим изменение стоимости прокачивания карт на определенных уровнях. Итак, друзья, для начала давайте рассмотрим изменение расходов золота на улучшение карт до и после грядущего изменения в Clash Royale. Тут нужно отметить, что улучшение карт до 10 уровня сохраняет свою стоимость, никаких перемен на этой дистанции не предвидится, а вот с 11 уровня стоимость меняется. И для того, чтобы улучшить карту до 11 левела, нужно будет потратить 15 тысяч золота вместо 20. Улучшение до 12 уровня после изменений нам также обойдется дешевле, 35 тысяч золотых монет придется отдать вместо 50. Улучшение до 13 уровня будет стоить 75 тысяч золотых монет, в то время как сейчас оно стоит 100 тысяч. Ну и улучшение до 14 уровня 100 тысяч золотых монет, друзья, все предсказуемо. Ну и теперь можно посмотреть на то, сколько всего золота приходилось тратить до изменений и сколько нужно будет потратить после изменений. Мы видим, что разница на самом деле не так велика, 55 тысяч золотых монет, то есть до 14 уровня, в принципе, если смотреть на затраты золота, то добраться будет не так и сложно. Не гораздо сложнее, чем мы добирались до 13 уровня. Но как дела обстоят с затратами карт на улучшение? Итак, после обновления никаких изменений не произойдет с количеством необходимых карт для улучшения до 10 уровня, так же как и с затратами золота. А вот с 11 уровня изменения коснутся количества эпических карт, необходимых для улучшения до этого самого 11 уровня. 40 эпических карт необходимо будет собрать вместо 50 до обновления. Для того, чтобы улучшить карты до следующих уровней, также нам нужно будет скопить меньшее количество этих самых карт. Ну а улучшение до 14 уровня обычной карты будет стоить 5000 обычных карт, редкой карты 1250 картишек, эпических 200, как и было до этого, ну и легендарных 20 карт, так же, как было до этого. В общем-то, все сместилось, появились промежуточные улучшения. Все затраты на карты на ваших экранах, которые были до и которые станут после, видимо, что также изменения несущественные на самом-то деле. Также, друзья, нужно сказать, что если вы улучшали карты до звездных уровней, не переживайте, все эти улучшения будут пересчитаны в зачет, я так понимаю, как минимум в зачет вот этого уровня короля. Не знаю насчет касательно карт, как они будут пересчитываться, вот эти три звезды, которые я влил в это, не знаю, пока такой информацией не обладаю. И также, друзья, касательно уровня здоровья, вышек короля и принцессы. На 14 уровне здоровье вышки короля будет 6408 единиц составлять, урон 144 единицы. Здоровье вышки принцесс будет 4032 единицы составлять, ну и урон те же самые 144 единицы. Ну а путь с 13 уровня до 14 уровня будет 80 тысяч XP, то есть опыта составлять то же самое, что сейчас на данный момент с 12 до 13 уровня. Ну, я так полагаю, что улучшение с 11 до 12 и с 12 до 13 уровня после изменения будут происходить
дешевле, вернее, быстрее, то есть опыта нужно будет меньше на это собирать. Как и, по примеру, золото и карт, необходимых на улучшение карт до с 11, с 10 до 11 и так далее уровней. В общем-то, пока такие новости, но нас разработчики заверили, что будут еще изменения, поэтому я еще верю в лучшее, верю в то, что все-таки дождусь новую картишку, дождусь... Ну, хочу нового, друзья, я думаю, вы также ожидаете и новую карту, и другие какие-то более глобальные изменения. Ну, а 14 уровень — это уже неплохо, это уже на самом деле достаточно интересно. Напишите в комментарии, какую карту вы первую улучшите до 14 уровня. Я задумываюсь об элитке или, возможно, о зеркале, чтобы всех удивлять 15-ми какими-нибудь картишками отзеркаленными. В общем-то, элитка, кстати, была шутка, если что. Но вы обязательно напишите, что будете улучшать в первую очередь до 14 уровня. И вообще, напишите обязательно свое мнение о том, что сейчас происходит в Clash Royale. Мне кажется, это позитивно все, что сейчас происходит, но недостаточно. Недостаточно, я не знаю. Я думаю, мы как требовательная публика будем кричать, что мы хотим новые карты, мы хотим новых движух в Clash Royale. Все, друзья, на этом на сегодня достаточно. Обязательно будут новые новости. Как только они будут появляться, я с ними буду с вами делиться. На этом все. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.